движение мы распрямляемся на две ноги. Левая рука идет на базу, правая сразу идет наверх, полусогнутая в форму пистолетика. После этого мы поддерживаем переносить тесто на левую и на правую ногу. Как мы это делаем? Приподнимаем ногу на носочке и затем вбиваем ее в пол. И затем тоже то же самое делаем с другой ногой. При этом работают плечи. Когда мы ставим левую ногу, правое плечо бьет вверх. Ставим правую, левое плечо бьет вверх. И опять делаем па. То есть мы распрямили, сделаем. Раз, два, три. На четвертый счет у нас рука сбрасывается вниз правая, левая поднимается наверх. А вместе с этим, как вы заметили, у нас выводится правая пятка вперед на занятие. Затем мы выводим носок, и после этого мы делаем слайд к правой ноге. То есть мы сделали па, ушли. После этого мы спрыгиваем на левую ногу, и правая рука поднимается вверх. Там правая рука подходит к левому плечу, и левая рука делает круг. То есть мы сделали па, ушли, вернулись. И когда рука у нас заканчивает круг, мы опять вбиваем ногу в пол. Пятка уже развернута к зрителю. Рука уходит в диагональ. После этого рука у нас будет выводиться вперед перед собой вместе с этими ногами. То есть мы сделали па, ставим носочек, па, пятка и еще раз бьем пятки. После этого мы разворачиваем корпус в левую сторону, па, и рука уходит к голове. Голова тоже отвернута в сторону. Затем мы руку сбрасываем, делаем слайд в правую сторону, рука идет к плечу, и мы руку себя выдергиваем. Затем мы падаем вниз, опора на левую ногу. Правая рука идет примерно вдоль ноги. И затем мы медленно на два счета поднимаемся. После этого нога не работает. Мы спрыгиваем, немного спрыгиваем на правую ногу па, ставим левую и возвращаем ее на место. Руки. Они у нас были здесь, мы поднимались. Руки делают правую руку в груди, уходят за голову, затем идут в крест и раскрываются в стороны. Соединяемся ногами. Мы сделали па, па. Раз, и, два, и. Мы, когда делаем крест, шагаем на левую ногу, шагаем на правую, руки раскрылись, и это раскрытие у нас идет как замах для поворота. Когда мы делаем поворот, у нас руки собираются вместе. Па, повернулись, и снова раскрыли свое положение. После этого мы переносим вес на правую ногу, падаем вниз, левая рука согнутая идет, правая прямая, затем правую поставляем кремль, переносим вес в левую сторону, будто подныриваем под руки, делаем затяжку пам, затем руки сбрасываются, уходим в правую сторону, рука бьет к левому плечу. После этого у нас рука опускается, мы шагаем на правую ногу, ставим левую, правая ставится назад, и медленно поворачиваем голову на зрителя. После этого мы немного поднимаем руки наверх и спрыгиваем вниз, сбрасывая ее. Затем руки у нас собираются опять. Мы спрыгиваем на правую ногу, левую ногу в сторону. Когда мы оставляем правую ногу в сторону, у нас правая рука бьет вниз. То есть движение. Па, па. Затем мы поднимаем правую руку обратно, спрыгиваем на левую ногу. Па. И когда мы оставляем правую ногу в сторону, у нас рука идет к левой. После этого мы подставляем правую ногу к левой, и руки делают па, небольшой круг рук уходит наверх. Они идут немного через сторону, затем они через низ и через круг уходят вниз в раскрытом положении. Ноги. Руки залили наверх, они делают круг, и мы спрыгиваем вниз, когда они уходят сами. Голова смотрит в пол. После этого руки у нас делают пам, раскрылись, вместе с этим собираем ноги пам. Затем руки у нас будут идти к лицу, закрывая рот, и у ребят идет переход, они делают слайд. Пам. После этого идут шаги. Правая, левая, правая. Руки, они были возле рта, они раскрываются. Пам. Затем закрываются. Пам. Снова раскрываются. Уходят в диагонали опять в пистолетиков. И собираем руки возле груди, опускаем голову. Собираем все это почему. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4,
5, 6, и 7, и 8, раз, и 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, и 8, и пам-пам. Соединяем все это под скоростью 80%.